Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре поляризационные очки для ночного движения, вождения, вернее, так сказать, от компании AutoEnjoy, серия премиум, модель L03Y. Вот такого вот плана идут очки. Они идут тоненькие, с тоненькой металлической оправой. Здесь идет, вернее, сплав, который не крошится и не образует острых углов при изломе. Линзы идут из пластика. Линзы толщиной 1,1 мм. Вот так вот выглядят. Почему из пластика? Ввиду того, что если срабатывает подушка безопасности, для того, чтобы не повредить глаза, для этого и делается из пластика. Потому как если будут стеклянные, это намного больше вероятность, то, что осколки полетят в глаза и повредят их. Линзы от компании TAC100. Вот так это все выглядит. То есть они гнутся в любые стороны. То есть вот таким вот образом. То есть полностью безопасные очки. Защита от ультрафиолета на 100% идет. Сглаживание различных бликов максимально. В данном случае это желтые очки, предназначены для вождения ночью. То есть они увеличивают яркость именно фар, ваших фар света. То есть если, допустим, свет идет по какую-то определенную часть, одев их, у вас угол расширяется, то есть освещенности становится еще больше. Точно так же и снижает усталость глаз данные очки. При покупке к ним дается вот такой вот чехольчик, и также на них распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость по данным очкам вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.